Приветствую вас, друзья! Ранее на своем канале я уже рассказывал вам про большое количество Play-to-Earn проектов, которые были уже запущены или еще находятся на стадии разработки. Однако сегодня речь пойдет о совершенно необычном кейсе для индустрии Play-to-Earn, который нам преподносит игра Axis Metaverse. Axis Metaverse представляет собой Play-to-Earn метавселенную, которая в данный момент разрабатывается. Но не с нуля, а на основе уже успешно запущенной игры Axis.io, которая уже более 2 лет доступна на iOS и Android, и в данный момент имеет аудиторию в несколько сотен тысяч игроков. А разрабатывается Axis Metaverse компанией Azura Games. Это компания — разработчик и дистрибьютор игр, имеющий российские корни. Azura Games была запущена в 2017 году. Сейчас офисы компании имеются в нескольких странах мира. А портфолио компании состоит из более чем сотни казуальных и мидкор игр. Суммарная аудитория игроков, которых превышает 2 миллиарда человек. То есть, если другие Play-to-Earn проекты почти всегда разрабатывают опытные блокчейн-разработчики, то в случае с Axis Metaverse подход совершенно другой. Это будет именно полноценная метавселенная, уже имеющая базу пользователей, которые просто добавят блокчейн и NFT. И собственно, если посмотреть описание игры Axis Metaverse, то сразу видно, что за ней стоят опытные игровые разработчики. В Axis Metaverse будет иметься 5 классов бойцов и 7 игровых миров, каждый из которых будет населять собственная уникальная раса. Все миры будут добавляться в игру постепенно, по частям наполняя ее контентом и расширяя лор. Это частая практика в современных играх, благодаря которой игроки подолгу не теряют интерес к проекту, оставаясь в нем надолго. С точки зрения визуала, Axis Metaverse будет представлять собой 3D-шутер с видом сверху. Основным жанром игры будет королевская битва, то есть режим, в котором игроки сражаются друг с другом на постепенно сужающейся арене, пока в живых не останется только один. Но помимо этого будут доступны и другие режимы, такие как PvE-квесты. Во время битв игроки смогут зарабатывать очки опыта и прокачивать своих персонажей, повышая их боевые характеристики. А поскольку Axis Metaverse будет работать на блокчейне и все персонажи будут являться NFT-токенами, то с такой прокачкой будет возрастать и их стоимость. Помимо персонажей в игре, в качестве NFT будут представлены также игровые предметы, которыми игроки смогут свободно торговать на внутреннем маркетплейсе. Все NFT Axis Metaverse будут отчеканены на базе Binance Smart Chain, быстрого и недорогого блокчейна, который не вызывает сложности в освоении у крипто-новичков. На этом же блокчейне будет отчеканен и основной токен метавселенной Axis Metaverse – Axis Coin. Точная токеномика на данный момент неизвестна, информация о ней должна будет появиться в течение этого месяца. Но есть данные о том, что токен Axis Coin будет дефляционным, и помимо внутриигровых покупок, его можно будет использовать также и для пассивного заработка на стейкинге и фарминге. Также токены Axis Coin можно будет зарабатывать в Axis Metaverse за счет сезонных наград, фарминга NFT, бонусов за попадание в верхние строчки таблицы лидеров и аренду NFT персонажей другим игрокам. Теперь что касается планов команды. В декабре должна будет запуститься первая версия маркетплейса и произойти первая продажа NFT токенов, то есть персонажей. В январе начнется закрытое тестирование и вторая продажа NFT – игровых предметов. Плюс в данный момент в Твиттере и Телеграм Axis Metaverse проходит конкурс, в котором можно получить $300 и NFT-бокс из предстоящего сейла. А в первом квартале 2022 года будет самое интересное для нас с вами – IDO распродажа токенов Axis Coin. На данный момент еще нет каких-либо детальных подробностей о том, сколько будет выпущено токенов Axis Coin и как они будут передаваться. Поэтому, если вы заинтересованы в проекте Axis Metaverse, то я советую вам подписаться на их социальные сети и ждать официальных анонсов. Тем более там проходит и конкурс.
Ссылки на соцсети Axis Metaverse я оставлю в описании под видео, а также и ссылку на официальный сайт, где вы сможете более детально изучить особенности игры. И на этом у меня, друзья, все. Удачи вам, профита! Пока-пока!